Мы начинаем цикл передач «Правовое поле», посвященных столетию прокуратуры Чувашии и 300-летию прокуратуры России. 2022 год будет юбилейным для всего ведомства. В каждой программе в рубрике «Историческая страница» мы будем рассказывать вам, как начинало работу ведомства в регионе, с какими трудностями сталкивались сотрудники, какие решали вопросы. Сегодня мы находимся в городе Козловка. 7 месяцев назад прокурором Козловского района был назначен Сергей Кабуркин. В ведомстве он работает с 2005 года. За его плечами служба старшим помощником прокурора Маргаушского района, заместителем прокурора Козловского, большой опыт работы в прокуратуре республики, начальником отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства, старшим помощником прокурора республики. Сергей Александрович расскажет нам об особенностях работы прокурора в районе, какие вопросы приходится решать в муниципалитете и чувствует ли он, что действительно помогает людям. Сергей Александрович, как дела? Ну, свои дела я неразрывно связываю с работой прокуратуры Козловского района. В целом могу охарактеризовать их как стабильные, нормальные дела. Стараемся исполнять те обязанности и полномочия, которые возложены на нас приказами генерального прокурора, приказами прокурора республики. Вы больше 8 лет проработали в прокуратуре республики. А как в районе? Хотелось ли вам работать именно в муниципалитете? Да, конечно, мне бы хотелось поработать в районе. И мое желание, мое стремление было поддержано руководством прокуратуры республики. И вот на основании приказа генерального прокурора я был назначен прокурором Козловского района. Постараюсь на этой должности применить все свои навыки и умения для того, чтобы состояние законности на данной территории улучшалось с каждым днем. А почему вы хотели работать именно в районе? С чем это связано? Работа прокурора Козловского района, она разносторонняя. Она позволяет ежедневно самосовершенствоваться, узнавать что-то новое, помогать людям. Вот эти основные постулаты и стали, так сказать, локомотивом к тому, что я согласился стать прокурором района. Сергей Александрович, какие проблемные объекты есть в Козловском районе, где требуется помощь прокуратуры? На сегодняшний день на территории района мы считаем, что имеются проблемы с одним объектом. Это проведение капитального ремонта в здании Козловской школы номер 3. К нам поступила информация от заказчика, в которой содержались сведения об отставании выполнения работ со стороны подрядчика. В связи с этим мы провели рабочую встречу вместе с представителями муниципального заказчика, с администрацией района, управлением образования. Присутствовали генеральный директор и главный инженер подрядной организации. В ходе такой рабочей встречи, значит, нами объявлено предостережение генеральному директору о том, что в случае, если работы не будут выполнены в срок, они должны быть завершены 25 августа текущего года, то, соответственно, генеральный директор может быть привлечен к административной ответственности за невыполнение муниципального контракта, за срыв сроков. С тех пор, как вы узнали об этой проблеме и начали предпринимать какие-то действия, что-то изменилось на месте? После проведения этой рабочей встречи подрядчиком на данном объекте увеличено количество работников, а также увеличены темпы выполнения работ. 800 детей и вдвое больше родителей ждут, когда же закончится ремонт в их школе. И смогут ли они прийти в образовательное учреждение по традиции 1 сентября. Капитальный ремонт масштабный. Меняют двери, окна, обновляют главный вход и фасад, ремонтируют кабинеты, столовую, пищеблок. На все это выделено 28 миллионов рублей. Рабочие зашли в школу, как только закончились госэкзамены. Их было мало, поэтому от сроков явно отстают. Пришлось обратиться в администрацию, в прокуратуру, соответственно, чтобы поставить в известность и работников прокуратуры, и администрации в связи с тем, что есть небольшое отставание, в принципе, 2 недели отставания от графика по капитальному ремонту. После обращения в прокуратуру, да, количество работников увеличилось, то есть, в частности, там нашлись бригады плиточников, потому что первоначально была проблема с данными объемами работы, они пока справляются.
Но вот эти двухнедельные отставания немножко вот тормозит работы. Ну, там и по окнам немного отставания от графика идет, потому что по окнам там тоже уже недельное отставание пока идет. После вмешательства прокуратуры подрядчик компания «Мастер Плюс» не уверена, но обещает, что закончит работы ко дню знаний. Надеюсь, успеем. Какой объем работ выполнен сейчас пока в школе? Ну, 60% пока ни в чем не провинились. Директор школы готовится к разным вариантам развития событий. Если 1 сентября мы не запустим школу, то это будет только недельное отставание. Пока разместить детей в другие образовательные организации мы не имеем возможности, в связи с тем, что у нас только две школы в районе, наша школа самая большая, неделю придется сдвинуть график образовательного процесса. Есть вообще надежда, что объект сдадут к 1 сентября? И что случится, если вдруг этого не произойдет? Куда пойдут дети? Как дальше будет дело обстоять с подрядчиком, с директором школы? Нет, безусловно, мы, конечно же, надеемся, что подрядчик добросовестно исполнит взятые на себя обязательства и не допустит негативного развития ситуации, при которой мы будем вынуждены решать вопрос о привлечении к административной ответственности, а директор школы и управление образованием решать вопрос, куда же пойдут с 1 сентября дети. Поэтому мы сейчас в деловом сотрудничестве и с директором школы, и с администрацией района стараемся приложить максимум усилий для того, чтобы все-таки не допустить негативного развития ситуации. Вот что вы конкретно сейчас будете делать, чтобы эту ситуацию держать под контролем и чтобы все-таки вовремя подрядчик успевал? Ваши действия какие? Наши действия на данном этапе – это контроль за темпами и ходом выполнения строительных работ, соблюдение графика их. То есть если мы будем видеть о том, что темп как-то снижен, либо наблюдается явное отставание, то, естественно, мы опять же проведем рабочую встречу со всеми заинтересованными органами и постараемся решить этот вопрос. Сергей Александрович, от чего зависит эффективность работы закона? Эффективность закона, на мой взгляд, зависит от правильного, точного и неукоснительного его исполнения. Если все будут соблюдать требования и нормы закона, то, полагаю, законность восторжествует. Здесь вы видите в Козловском районе, что законы работают эффективно? Не могу охарактеризовать как то, что здесь допускается точное исполнение законов. Доказательством тому являются и многочисленные нарушения, которые мы выявляем в ходе проводимых нами проверок. Поэтому я скажу так, что еще есть к чему нам стремиться. Хорошо. С какой проблемой к вам обратились в Козловском районе в ваш первый рабочий день в качестве прокурора района? В мой первый рабочий день, я помню, первый человек, который пришел на прием, его интересовали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Это с надлежащим обеспечением теплоснабжения многоквартирного дома. Ну, то есть на что пожаловался человек? Тепла не было в квартире или что? Да, пожаловался на несоблюдение температурного режима в квартире, в которой он проживает. Удалось решить? Да, мы провели совместную проверку с Государственной жилищной инспекцией, провели соответствующие замеры, выяснилось, что действительно не соблюдается, и мы приняли меры прокурорского реагирования. То есть тепло в квартире в итоге поступило? Да, в итоге проблема была решена. Соответствующий температурный режим в этой квартире начал выдерживаться. По сути, все понятно. Есть закон, его нужно соблюдать. Но почему-то так происходит не всегда. В прокуратуре республики вы следили за тем, чтобы законы на местах работали. Сейчас возглавляю прокуратуру Козловского района. Как вы оцениваете соблюдение законодательства на местах? В целом говоря, о причинах неисполнения того или иного федерального закона я могу выделить две причины. Первая причина – это незнание закона. Но, как говорится, незнание закона не освобождает ответственности. А вторая причина – это
умышленное неисполнение закона, тогда, когда должностное лицо знает, что есть такая норма закона, но она не исполняется. И вот в таких случаях, во всех случаях, когда та или иная норма закона не исполняется, мы реагируем адекватно этим нарушениям, подчас жестко, и требуем исполнения данной нормы закона. Очень тяжело было, потому что я одна, мне помочь некому. Мне 90 лет. И даже плакать охота. Долго жили, да, без горячей воды? Долго. По ЖКХ звоним, нет, и все. Будет. Когда будет, не знаю. Они сами сказали, это им невыгодно по ЖКХ воды давать. А нам выгодно воды греть ведром, мыться. Летом на 2,5 месяца без горячей воды остались жители дома 24 по улице Карла Маркса в Козловке. Людей серебряного возраста лишили элементарных удобств в самое жаркое время года. Вот лето, день за днем идет, мы моемся с ковшечка. А хочется ведь помыться, на улице-то жарко. Мы звонили в управляющую компанию, нам сказали, что у нас очень большие долги, прям миллионные какие-то, и поэтому мы вам горячую воду не дадим. Иногда говорили, что у нас ремонт, иногда говорили, вот все ушли в отпуск, а вы живите как хотите, а горячей воды нет. Мы писали заявление, но нам все равно отказывали. Мы написали письмо, всем домам подписали, и отправили прокурору Козловского района. После вмешательства прокуратуры выяснилось, что миллионные долги не у жителей, а у самой теплоснабжающей организации ЖКХ «Козловская». Предприятие задолжало за электроэнергию и природный газ. Отсюда проблемы по содержанию котельной. К тому же по закону плановое отключение горячей воды не может быть больше 14 календарных дней. МУП ЖКХ «Козловская» обслуживает данную котельную с 2017 года. За все время, пока МУП ЖКХ «Козловская» эту котельную обслуживает, таких ситуаций не было. Но из-за большой изношенности оборудования котельной и тяжелого финансового положения МУП ЖКХ «Козловская», скажем так, не успела вовремя произвести необходимый ремонт в планово отведенного для этого времени. Но в дело вмешалась прокуратура Козловского района. Несрочные планы пришлось отодвинуть и выполнить законные требования прокуратуры. Кроме 24-го дома по улице Карла Маркса, подачу горячей воды восстановили еще в 3 многоквартирных домах. Трогать не могу. Ой. Радуетесь? Я очень рада, очень рада. То потом капрыгать охота мне. Были ли в вашей практике случаи, когда правонарушитель осужден, наказан? С точки зрения соблюдения закона вы, как обвинитель, правы. А с человеческой сочувствуете ему? Я скажу так. Закон суров, но это закон. Если суд пришел к выводу о доказанности вины человека в совершении правонарушения либо преступления, то такой человек должен понести наказание в соответствии с требованием Уголовного кодекса либо Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому человек, который преступивший закон, он, в моем понимании, это человек, который пренебрег теми правилами поведения, которые установлены в нашем государстве. И я считаю, что чувство сострадания, сочувствие к таким людям, оно как у меня, как у государственного обвинителя, быть не должно. Сергей Александрович, что, по-вашему, чувство справедливости? Что означает это выражение? Ну, чувство справедливости для меня означает такое состояние, когда каждому человеку воздастся за его заслуги. То есть, если человек, он твердо, упорно, ежедневно своим трудом доказывает, что он действительно приносит пользу людям, соответственно, он достоин большего.
Если же человек, который своим поведением пренебрегает нормами и требованиями закона, то, естественно, с таким человеком разговор должен быть коротким. Сталкивались ли вы в своей жизни, когда вам казалось, что вот это верх несправедливости? Это может быть случай из детства, из вашей юности, пример из вашей работы. Знаете, Татьяна, вот копаясь в своей памяти, я не могу сейчас припомнить ни одного такого случая, когда бы какая-то определенная ситуация казалась для меня несправедливой, лично для меня. Поэтому я, пожалуй, не смогу сейчас ответить на этот вопрос. То есть все, с чем вы сталкивались в вашей жизни, вы считаете, что это происходило справедливо, так и как должно быть? Оно происходило закономерно. То есть оно происходило в силу тех или иных объективных обстоятельств, которые, соответственно, складывались. Поэтому, ну, я еще раз скажу, что чувство несправедливости по отношению к себе, ну, я не могу припомнить. В каких вопросах людям требуется помощь вне зависимости от их места жительства, будь то город или район? Какие общие проблемы для жителей вы для себя отметили? Я, наверное, не ошибусь, если отмечу, что наиболее характерными проблемами, с которыми сталкиваются ежедневно граждане, это исполнение трудового законодательства, а также вопросы, связанные со сферы жилищно-коммунального хозяйства. То есть эти вопросы, они всегда являются актуальными на повестке дня, поэтому и количество обращений вот именно в этих сферах, оно всегда остается стабильно высоким. Ну и также, конечно же, вот в последнее время люди достаточно часто встречаются с фактами интернет-мошенничества, телефонного мошенничества. Тогда, когда попавшись на уловку мошенников, действующих по тем или иным предлогам, они расстаются с крупными суммами денег. Я знаю, что вы еще и занимаетесь вопросами ветеранов Великой Отечественной войны. Какие здесь были проблемы? Какие есть ситуации в районе? Много ли их у вас вообще в районе? У нас в целом в районе проживает 6 участников Великой Отечественной войны и также около 200 – это ветеранов Великой Отечественной войны. Это вдовы и другие категории, которые, соответственно, признаны, в результате, признаны таковыми в соответствии с федеральным законом. В текущем году мы также продолжили работу по защите этой категории граждан и с учетом и годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. И хотелось бы привести такой пример, когда на личном приеме прокурор республики обратился внук жительницы Козловского района, которой 94 года, с просьбой оказать содействие в присвоении ей звания труженика тыла. По поручению прокурора республики мы занялись этим вопросом, и оказалось, что органами соцзащиты было отказано в присвоении данного звания указанной женщине 94-летней по мотиву того, что не были представлены документы, свидетельствующие о том, что в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год она 6 месяцев, более 6 месяцев работала в тылу. Юлия Ивановна родилась и выросла в Козловском районе. Война застала ее совсем юной девушкой. Война началась, мне было 14 лет, осенью 15 лет исполнила. Я работала во время войны постоянно в полеводческой бригаде. Пахали женщины взрослые, в колхозе работали. Вот эти женщины пахали весной, а мне бригадир всегда дала лошадь и барана, а я баранила круговую. Конечно, тяжело было. Пахали, посеяли, пропололи. Зимой, осенью все женщины ручную молотили.
Так сложилось, что за званием «труженик тыла» она обратилась в органы социальной защиты только в 94 года. И ей отказали. Сослались на отсутствие доказательств. Хотя, когда Юлия Ивановна выходила на пенсию, три свидетеля подтвердили ее стаж работы в колхозе Козловского района в годы войны. Юлия Ивановна очень расстроилась. Я говорю, а когда на пенсию оформляла, у нее трое свидетелей было. Это не считается? Нет. По этим показаниям мы не даем, сказали. И отказали. Потом я уже успокоилась. Я говорю, мам, проживем, говорю. С голода не умрем. Зачем? Она, я говорю, знаю, что ты работала. Ты, говорю, знаешь. А что там всем доказывать? А ей обидно все равно как-то было. И она говорит. И она вот внуку сказала, вот, говорит, так, так, нам отказали. Спасибо Козловской прокуратуре. Очень благодарны мы им. Быстро сделали, я даже удивилась, я не надеялась, конечно. Сергей Александрович занялся этим делом, и все сам-сам. Спасибо, большая благодарность ему. Когда уже получила, я пришла, я говорю, ну, мам, тебе присвоили. Она, да, и заплакала. Мне так ее жалко было. Сама тоже чуть это, я говорю, ладно, мам, все, успокойся. Она ведь, я ведь знала, что я ведь заслужила, я ведь знала, говорит. Очень обрадовалась. Большое спасибо, конечно. Это для нее, вот у нее в сентябре 3-го 95 лет ей был, ей такой подарок. Она говорит, мне лучше этих подарков никто, говорит, не делал, говорит. В ходе проверочных мероприятий мы запросили сведения из ряда учреждений, и в том числе из пенсионного фонда. И оказалось так, что данная гражданка являлась получателем пенсии, и в ее трудовой стаж уже пенсионным фондом были включены периоды работы с 41 по 45 год. То есть юридический факт уже был установлен. И уже государство признало сам факт того, что она действительно осуществляла трудовую деятельность в этот период. И на основании полученных сведений мы обратились в Московский районный суд города Чебоксары по месту нахождения ответчика. И вот недавно состоялось решение суда. Наши требования удовлетворены в полном объеме. И за этой гражданкой решением суда закреплено право, значит, труженика тыла. И на орган соцзащиты возложена обязанность выдать ей соответствующее удостоверение. Сейчас мы находимся около одного из зданий, где раньше располагалась прокуратура Козловского района. На территории района до 1932 года прокуратуры не было. Она дислоцировалась в городе Марпасаде, и которая в том числе осуществляла надзор за так называемой тогда Богородской волостью, под которой находилась и деревня Козловка. А уже с февраля 1932 года, когда прокуратура переехала уже вот в Козловку, она начала называться прокуратура Козловского района. В рубрике «Историческая страница» о том, как начинало работу ведомства в Козловском районе. История районных прокуратур неразрывно связана с историей республики. 1 августа 1922 года учреждена прокуратура Чувашской автономной области. До 1927 прокурорскую должность занимал только один человек. В уездах работали его помощники. В 1932 году в деревне Козловка появляется собственное ведомство. Маленький коллектив сотрудников из 5 человек. Их поселили в здании на окраине Козловки. Потом было еще несколько переездов. В архиве прокуратуры республики у нас хранятся личные дела всех прокурорских сотрудников. Вот, например, личное дело первого прокурора Козловского района Лебедева Константина Захаровича, который возглавлял прокуратуру Козловского района в 1932 году. Имеется запись в личном листке о том, что он является сотрудником прокуратуры с 1926 года. В разные годы прокуратуру возглавляли не просто профессионалы своего дела, а настоящие герои. Можно рассказать о Григорьеве Иван Григорьевиче. Это ветеран Великой Отечественной войны. Он был награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени, медалями, медалью маршала Жукова за боевые заслуги, за взятие Кенигсберга, за победу над Германией. За то время, когда он руководил прокуратурой Козловского района, очень заметно снизился уровень преступности на территории района и значительно повысился уровень доверия
жителей района к прокуратуре. Иван Григорьевич возглавлял прокуратуру Козловского района в период с 1955 по 1961 годы. В 1973-м прокуроров разместили на втором этаже деревянного здания по улице Свободной России. Здание сохранилось. Алексей Никаноров, который сейчас занимает должность заместителя прокурора Козловского района, успел поработать здесь в 2003 году. Вот мы видим здесь окна, которые глядут на улицу. Вот это окно в этом, получается, кабинете находился у нас следователь прокуратуры Козловского района Осипов Николай Владимирович. В настоящее время он занимает должность прокурора Московского района города Чебоксары. Вот эти два окна – это кабинет прокурора. На тот момент был у нас Филиппов Петр Петрович. Сейчас в настоящее время на пенсии. Получается, в этом здании у нас печное было отопление. Была кочегарка, и там топили углем в основном. Было прохладно, потому что мы видим, здание оно ветхое, уже относительно старое. И рамы... Вот до этого сейчас мы видим тут пластиковые окна, до этого были деревянные. Летом, как в деревенских домах, рамы мы снимали, и получается, а зимой ставили двойные рамы, чтобы было теплее. И утепляли постоянно то ватой, то тряпками и тому подобное, ветошью. В январе 2004-го ведомство переехало в здание по улице Ленина, где находится и по сей день. На открытии тогда был прокурор Чувашии Сергей Зайцев, который уже 10 лет занимает должность заместителя генерального прокурора России. Переходя от истории в сегодняшние дни, Сергей Александрович, работая здесь, в Козловском районе, чувствуете ли вы, что действительно помогаете людям? Я скажу так. Когда видишь реальный результат, когда действительно в результате нашего прокурорского реагирования у людей появляется горячая вода, возникает право на какие-то социальные льготы, когда действительно... Эта проблема, которая не решалась, и она в результате нашего вмешательства она была решена, то тогда действительно получаешь огромное удовольствие от того, что ты делаешь. Поэтому я глубоко убежден в том, что помогать людям – это наша работа, работа органов прокуратуры. И когда мы видим благодарный взгляд людей, мы видим, когда то, что жизнь их улучшилась, стало действительно немножечко, но лучше. Действительно, и от этого получаешь чувство глубокого удовлетворения. То есть я чувствую, что мы действительно помогли, мы принесли пользу людям. И что наша прокурорская работа, она прошла не зря. Что мы действительно помогли людям и сделали добро. Спасибо, Сергей Александрович. Это была программа «Правовое поле». Увидимся в эфире Национального телевидения Чувашии.